пришла наказать одного человека. Наказать одного человека? Кого? Его. Этот паршивец, один из первых, поднял бунт на горе Муси, едва не помешав подвигу господина Вэнь. Ах ты, ядовитая змея! Ясно же, что это просто личная месть! Я сразу говорила, что ты нарушитель правил. Рано или поздно навлечешь на Орден беду. Матушка, хватит! Вы Юсяня? Я давно столкнул на гору Луаньзань. Вы... Вот мы и свиделись. Ты... Кто ты такой? Вы... Им...